Ема! И мы можем туда залезть с помощью джетпака, смотри. Ема! Ты просто посмотри туда. Целое озеро уже. Там огромное озеро уже. Это жесть. Давай быстрее! Забираем, забираем. Быстрее! Куда? Куда? Друзья, можете нас поздравить, ведь именно сегодня прошла ровно неделя с того момента, как мы начали свое отчаянное выживание на этой безлюдной планете. 7 дней выживания, и все было хорошо до сегодняшнего дня. Ну что ж, наше выживание продолжается, и как я уже и сказал, сегодня у нас начинаются большие проблемы. Все то, что вы писали в комментариях под последними сериями, начинает проявляться. Да, с тем прогрессом, который у нас есть, наша планета начинает затапливать, и проблемы у нас сегодня будут выше крыши. Но так или иначе, серия получилась очень веселой и очень интересной. Именно поэтому досматривайте до конца. Вам, ребята, я желаю приятного просмотра, приятного аппетита. Я надеюсь, вы уже поставили лайк и подписались на канал. Ну а мы готовы начинать. Погнали! Ну чё, Андрюх, вот мы и приплыли. Причем в прямом и переносном смысле. Что делать да, будем ну, теперь, надеюсь, а? Что, скоро будет одно море, я на другую планету. Не-не-не-не-не, подожди, стоять! Ведь тебе чё, к верёвке привязать надо или что? Ты задолбал реально взлетать так постоянно-то, а? И чё, надо что-то делать. Давай высасываем воду всю, давай. А давай, Олег, ты же у нас пошел сама. Не-не-не, давай, все, высасывай соси, воду, давай. Соси, высасывай соси, воду, соси. Я тебе говорю, да. Соси, Олег, покажи, сосед, давай. Давай, высасывай воду, я первый предложил это делать, слышишь тебе, а не ты вот, мне. Вот, как говорится, инициатива наказуема, давай соси. Ой, да, ребята, не так я представлял, конечно, жизнь на одинокой планете. Я так. Я думал, здесь будет пляж, солнце, да, там девочки, все остальное. Но чисто, ага. Понимаете, загорать, отдыхать, чилить, а тут просто работать и работать, не покладая рук. У нас следующий этап терраформирования — это озера. И уже 5%, как мы с вами идем к этому этапу. И просто для сравнения, вот эти 5%, которые прошли незаметно вообще, как за эти 5% уровень воды поднялся вот прям настолько. А что будет, когда будет 10%? А что будет, когда будет 15%? А вот когда так, будет 30, 40, 50? Скоро я боюсь представить, реально. Я просто боюсь представить, какой уровень воды будет в конце. И как вы и правильно писали в комментариях под каждой серией, что не надо строиться на этом месте, вас скоро затопит. Я хотел это увидеть, я хотел понять, как это сработает. Вот, собственно говоря, и увидели, как это сработает. О, чего-то, понятно все, да? Потратил ресурсы, засранец, да? Сделался джетпак третьего уровня, а? Нифига ты отстаешь. Ну все, я с тобой не разговариваю, слышишь, а? Все, отстань мне. Короче, смотри, вот мне интересно, смотри, уровень воды, да? Но он же не может подняться вот сюда. Ну это странно будет, не? Вот может, вообще вся планета может затопиться, алло. А нам-то жить где потом? Тут вот уровень воды, вот, ну мне как будто... Все, идиотина, нечего было тут строить. А чё ничего? Нет, короче, я чё предлагаю? Давай мы с тобой будем переносить постепенно базу, наверное, вот на этот уровень, да, повыше. Ну, да? Потому что как там ты нас... Ты принесешь? Там дурак, нас там... конкретно затопит. Нам и главное ресурсы перенести. То, что там стоит, пусть там стоит. Это как бы... Вот, кстати, а интересно. Это в воде будет работать? Вот, я только хотел про это сказать. Вот все вот эти вот буровые установки, которые здесь стоят, они будут функционировать, интересно, или нет? И мне кажется, слышишь, Вонь, мы с тобой должны это делать максимально быстро. О, Вонь? Вонь, да, ну как он... Ты когда в последний раз мылся вообще, слышишь, а? Сейчас, знаешь, воняет за километр, вот я твой озере, запах... В озере. Ага, в озере, еще воды недостаточно, слышишь, а? Или ты как Шрек в болото вот так вот выходишь сразу, слышишь? Ты реально, ты как Шрек просто выходишь вот так вот, знаешь, из дома своего, такой... Somebody wants to make the world... Может, ты помолчишь, рот закроешь, чтобы я сказал, нет? Короче, смотри, что мы с тобой делаем? Нет, тут реально глубина уже где-то есть. Да, вот, я тебе про это и говорю, поэтому нам с тобой нужно делать все резко, быстро, дерзко. Соответственно, нам с тобой, что самое главное, нужно перенести просто жилые отсеки, да, построить. Поэтому сейчас быстренько ресурсы добываем, быстренько начинаем все это дело отстраивать. Берем все ресурсы, все самые-самые-самые необходимые и начинаем их переносить на нашу базу. Вот, надеюсь, ее там не затопит, надеюсь, там нормальный уровень воды. Тоже, ребята, нужно понимать. Я читаю комментарии, читаю, вижу все ваши советы в комментариях, да. Но не хочу спойлерить себе всю игру, потому что каждый раз, когда я захожу, вы прям инструкцию оставляете на все прохождение. Вот, и уже понимание складывается, что будет дальше. А спойлерить не хочется. А когда будут животные, там капибара будет? Капибара, конечно. Она на зеленый будет переходить постоянно. Капибара. Все, давай ресурсы добываем. Смотри, сейчас самое главное для живого отсека это железо, железо и титан. Так что погнали добывать. Сейчас быстренько все это сделаем, прострою. И будем уже заниматься перестановкой, собственно, вещей.
Слушай, ну не, мне кажется, что вот там, где мы сейчас с тобой находимся, ну тут вряд ли должно топить все это, ну место, ну серьезно говорю. Хотя, может быть, вот это будет водопадом. Вот видишь, там такая скала, да, с которой да. сыпется постоянно, как песок. Вот. Мне кажется, это будущий водопад, как будто бы. Нету такого ощущения, а? Ну, нет просто... такого ощущения. Ну не, он идеально подходит под это описание, не? Ну просто смотри, ну, да. здесь в чем прикол? Здесь везде обломки, да, корабли, здесь, ну, как бы возвышенность такая нормальная. А что, реально вот такой уровень воды будет, что ли? Серьезно, что ли, а? Да. Ладно, поэтому тогда много сильно не строим. Главное, просто пару жилых отсеков построить, да, чтобы могли хотя бы просто как-то передвигаться, выживать там и так далее, да. Поэтому давайте приступать сразу сейчас, сделаем, смотрите, вот так вот, отлично, один есть. Блин, единственное, хотелось бы, конечно, все это дело ставить вот так вот на платформу хотя бы, чтобы это плюс-минус по физике вообще состыковывалось как-то, да, а то некрасиво смотрится вообще. Да, я наверху водопада. Прикольно вообще, слушай, ты что, наверху там реально? Ты что там делаешь-то вообще, а? Я тебя даже не вижу там, ну слезай давай, а? Ну ноги сломаешь свои, а? Так, давайте, смотрите, еще сделаю, наверное, вот так вот. Блин, не здорово, знаю, вообще, в идеале я бы построил такую огромную базу. Ну, опять же, сейчас пока рано строить базу, прям огромную, гигантскую. На что, база будет совмещена с лабораторией? Ты что, долбоёб? Ну, а как иначе хотел, конечно. Как, там же радиация, я не хочу мутировать. Нормально, там все, слышь, ты как радиация, ты что, вообще с ума сошел, что ли, а? Не, это на самом деле, ну, я вот не знаю. Короче, я очень хочу базу построить огромную, подожди, да. Шушлайк трехмостовый, но в чем прикол? Просто непонятно, как дальше у нас будет развиваться планета, да. И сейчас может произойти такое, что мы сейчас отбабахаем тут какую-то супергигантскую базу, да. Ну да, а потом нам снова скажут, что ее затопит там туда-сюда. Вот это не надо, да? Что так, делаем? И у меня как закончилось делаем? Железо. А что делаем? Ну, тогда базу. Все, заканчиваем игру, все, конец игры. Вообще, что ли? Так, кстати, писали в комментах, знаешь что, что намного выгоднее, намного правильнее делать так, что если мы с тобой отправляемся на какие-то вылазки, на дальние вылазки особенно, то проще собирать какую-то вот, ну, небольшой этот жилой отсек, да, просто поставить, чтобы мы могли кислорода оттуда насыщаться и все. Типа это намного выгоднее, это намного, кстати, правильнее, да. Да, чем брать с собой постоянно все вот эти кислородные баллоны и в большом количестве и так далее. Ну, не знаю, просто блин, тоже вот как будто... Вот одаренные люди, не то что Олег тупой, блядь. Слышь, вообще, а... как ты до такого не додумался, реально же изи, на самом деле, поставил жилой отсек. Я просто такое не люблю, я просто люблю, когда вот база в одном месте, и нужно вот на такие вылазки отправляться. Олег и все. Олег отмазывается. Он какой отмазывается? Слышь, я вообще всю работу за тебя делаю, ты вообще что делать будешь сегодня или нет, а? Я сейчас двери поставлю, окна поставлю. Молодец. А тебя кто-то вообще просил это делать или нет? Иди уже ресурсы добывай, слышишь? Ты я просто сам, тупой. Я сам все сделаю, ты ресурсы просто добывай. У меня инвентарь заполнен уже, да? Иди уж еды принеси, я это, умираю от голода, хочу поесть, реально, очень хочу, очень проголодался. Ой, как-то хуёво двери поставил. Блин, а мне как... Вот, подожди, где ты ставишь двери, подожди. Внутри. Да нам в двери, внутри зачем сейчас нужны, скажи, пожалуйста. Ну так... это в смысле, это жилая зона, вот сюда находится. Да у нас тут, да боже, у нас, и лучше не трать сейчас на это ресурсы, потому что у нас и так их нету, понимаешь? Нам двери сейчас по факту зачем, для чего вот нужны, скажи, пожалуйста, а? Хорошо, шкаф поставь. Мы можем, сейчас я все сделаю, подожди. Мы можем же просто, ну и без дверей заходить туда-сюда, понимаешь? Нам же ничего не мешает. Так, давай вот здесь вот мы поставим, наверное... Давай, еще 3 жилых отсека вот таких поставим. Мне кажется, будет вообще самое то. Отлично! Так, и... Так, подожди, а что у меня экран темнеет, как будто бы, не? А мне тоже. Что за... Ты можешь... Это... Не, это ночь начинается, по сути. Да, это ночь. Ты что, ты тупой? Ну не, просто как будто понял, как будто в глазах именно потемнело, я не знаю. Ладно, хорошо. Значит, ты умираешь. Так, внутри как выглядит все у нас? Внутри у нас нормально, слушай, хорошо. Просторненько, это самое смотри, главное. Олег, а если вот так сделать, смотри, наверх. Готов? Ну давай. Оба. Ну вот и зачем нам это, а? Да вот, это офигенно, просто голубое небо без ничего, даже звезд не видно, вот зачем нам? Стеклянный потолок тупой. Все, давай, короче, сейчас шкафчики поставим, сейчас, ребят, все рейсы перенесем, соответственно, да? И, наконец-то, уже отправимся на нормальные дела, потому что вот реально то, что там происходит, там реально сейчас уже все, там болото будет для Шрека, а? Не, это вообще жестко, реально. Короче, сейчас, ребят, все сделаем красиво, сейчас все сделаем красиво и все покажем вам, как у нас получится по итогу. Ну что ж, друзья, спустя минут 20, наверное, нашего строительства мы сделали плюс-минус что-то похожее на небольшую базу, которая выглядит у нас теперь примерно вот так. Ну что ж, давайте зайдем внутрь, небольшая экскурсия, соответственно, заходи. Неплохо, Олег. В первую очередь мы с тобой заходим внутрь, у нас здесь, значит, смотри, такие вот мониторчики. Помнишь, да. На прошлой базе они у нас стояли просто на полу, да, просто, ну я не знаю, как будто их в угол поставили. Для них здесь типа, у нас... сделал? Не-не-не-не, это у нас вот шло, так сказать, в комплекте вместе с этой вот, да, что мы
построили. Да, с лабораторией. Я просто поставил его сюда. Значит, здесь у нас экраны прогресса. Здесь мы все вот это видим. Уже 7%, смотрите, у нас туда. Здесь у нас, ну, как обычно, медленно, биоотдел. Медленно надо быстрее его, да. Все делать, конечно. Пошли дальше. Значит, здесь у нас вот такой отсек. Здесь у нас склад. Здесь у нас 4 склада. Этих получается, о, кстати, больших ящика. Да, как раз складовый. И здесь у нас чисто мастерская. Здесь у нас тоже 2 ящика и 2 верстака. Я не знаю. Мне, кстати, знаешь, что? Вот, ну, вот единственный момент, который мне не нравится. Когда мы ставим вот эти вот жилые отсеки один за другим, между ними не возникает стенок, да? То есть они просто вот такие вот открытые, ага. Сквозные и все. То есть, например, я бы вот здесь, может быть, ну, сделал мне стенку. Мне так, Олег, одно не нравится на этой базе, это твое присутствие. А, ну я так и знал, что ты сказал, поэтому... Сразу как ты уйдешь? Поэтому, Андрюха, специально для тебя, можешь идти на ту базу, которую совсем скоро затопят. Можешь вот идти туда. Туда. Живи там. Вот и пойду. Будешь потом просто этим болотом. Она реально уже в воде. Подожди, дай посмотрю. Я причем, я просто туда вообще не ходил, я в основном рез там добывал. Ема. Бред, она уже по пол почти. Подожди, а в кабине? А в кабине? А, в кабине пока еще. Нету. Я забираю его отсюда ресурсы. Прикинь, нахуй. Вообще реально, а? Нам надо все это уносить. Нам нужно все это уносить, потому что дальше я не знаю, что с этим будет. Это, с этим может произойти абсолютно все, что угодно. Вот в этом-то и заключается вся проблема. Зачем мы тогда тут озеленяли вообще, да, весь этот участок? Ой, сколько урана тут надо забирать. Ну, все забираем, конечно, естественно. Блин, жалко, конечно, груз с этим прощаться, ребята, но надо. По-другому и никак. Все, короче, сейчас спасательная операция. Сейчас все эти ресы вот так вот вытаскиваем, все это переносим туда, на базу. Давай еще сразу только, ну, нормально только складывай ресурсы, да, не абы куда. Не, я для каждого ресурса уже отдельно сделал. А, ну шкаф. Вот, все, да, вот это хорошо. Вот это и для урана шкаф отдельно. Все, вот это и хорошо, вот это прям отлично. Все, ребят, сейчас быстренько очень инвентаризацию, так сказать, проведем. А, ну вот, вообще отлично. Вот, давай там, где осмий, у нас будет уран, осмий и иридий, мне кажется. Нет, уран уже здесь, уран в соседнем шкафу. Посмотри, в зеленый соседний шкаф. Подожди, ну. Там пол шкафа урана. А, ты решил так делать, да? Так, а куда класть ресурсы, которые менее такие, ну, типа, а вот редкие, как титан? А вот можно класть вместе с пульсирующим кварцем, они давай, похожи. Ну, принципе, ну, давай, короче, я складываю вот такие ресурсы, похоже... А, так смотри, вообще имба! Смотри, мы вот тут вот складываем вот в этом контейнере ресурсы, давай прям, вот пока что так, на время, да, фигня, просто забьем вот так вот, да, вот тут вот, я, видишь, назвал. Здесь у нас будут всякие титаны, всякие алюминии, всякие вот такие, да, ресурсы кобальт, лед и все остальное, то есть все такое, то, что, ну, мы можем найти в любое время. Здесь у нас, да что у нас там, иридий, ой, не иридий, подожди, что ты туда клал? Уран. Здесь уран у нас, да, будет? А нет, подожди, здесь... Нет, уран в другом месте, здесь редкий, давай вот так вот, я редкий, давай, здесь уран, так, а здесь тогда, ну здесь уран, что-нибудь придумаем, что-нибудь, а сюда можем прям мусор скидывать какой-то, понял, который не нужен, типа сапоги ловкости один, да, и все остальное. Зачем вот, а здесь... сапоги ловкости можно уже эти выкинуть? А здесь, смотри, а вот, вообще нормально. А здесь я предлагаю сейчас поставить пару сундуков, чтобы это у нас был чисто биоотсек, в котором мы могли складывать еду, растения и все остальное. Все, смотри, Андрюх, я еще в биоотсеке сделал 2 сундука, и смотри, здесь у нас получается будут семена. Да, вот у нас семена всяких, всяких молодчик, овощей. Ай, молодец. А здесь растения у нас было, да? Короче, ребят, если вдруг, вот смотрите, напишите, пожалуйста, в комментариях, вот просто, только, ну, без спойлеров, просто скажите, вот там, где вы его построились, типа, это нормальный уровень высоты, нас тут затопит или не затопит? Потому что если не затопит, то я предлагаю давай прямо добахать... Целый шкаф, я предлагаю добахать такую базу, ну, типа, что прям Илон Маск позавидовал. Реально, мы там на так на небоскребе. Ой, сюда вода уже пробирается, смотри, реально, вот она вот здесь появляется. Да, но самое главное, что нужно понять, будет ли все это работать, вот когда уже вода вот достигнет того самого уровня. Потому что если это не будет работать... А что, иридий у нас в редкий или типа иридий легко достается? Ну, мне кажется, легко, на самом деле, не сложно, как будто бы не... Ну, типа у нас нету каких-то проблем с ним вообще, да? Так, подожди, а мы вообще письма какие-то получали в последнее время-то от кого-то или нет? Потому что, по-моему... Мы что у меня в глазах потемнело сильно? По-моему, мы что-то ничего блядь, не видели. Блядь, вода ёбаная! В смысле, что вода? Я сдох, что воду не принимал, блядь. А, о, кстати, базу реально начинает затапливать постепенно, слышишь? Вода я только что была. У нас кругом вода, я забыл попить. Ну, это нормально. Так, это я забираю. Сразу давайте поедим, наверное, вот так вот, да? А все. Это мы также забираем. Так, давай я кислородные баллоны пока выкину. Они нам вообще в целом даже в ближайшее время, наверное, не понадобятся. Только, наверное, когда мы пойдем на вылазку какую-то, да? Так, в этом сундуке все... Ага, взяли. Так, вот тут, ладно, пусть это все остается пока что, да? Так, что нам тогда осталось, по идее, разобрать сундук только на нашей второй базе, да, вот этой, которая чуть-чуть на возвышенности построена, у нас там что-то осталось. Ну, магний можно забрать. Вот, иридий уже другое дело, ткань. Все, я забрал максимум, несу на базу. Слушай, Андрюх, тут уже полы мокрые у нас, я тебе серьезно говорю, это как? Как это вообще возможно, а? Боже мой.
А вот реально, да вот нахуй. Прикинь, потом нашу базу. Я, короче, самое главное, ничего не забыть, вот важного. Самое главное, да? А кстати, вот здесь у нас вода как уже вообще собралась? Там не собралась, конечно. Забираем, спасибо. Слушай, ну вообще, как будто максимально юзалась вообще идите, тема. Да. Вот эта тема, которая добывает воду, потому что мы и так ее постоянно добываем в нормальном количестве, учитывая то, что мы лед постоянно фармим, да? Так, да. Железо, вот это все забираем. Здесь... А нет, случайно автомат, который добывает деньги. Так а подожди, все получается, да? Вот только грибы забрать, кабачки забрать, растения не все трогай, вот да эти... я это заберу сам. Я уже, я уже забрал это. Я там, я сейчас тебе дам, у нас есть все нормально, не переживай. Короче, блин, все получается, да, ребят, все. База, прощай-прощай, как говорится, да? Прощай-прощай. Блин, ну грустно, реально, ну я уже привык к тому месту, понимаешь, к тому вот болоту реально, которое было там постоянно вокруг нас, а? А сейчас все по-новому, вот это... Еще раз ты засунешь свой уебищный иридий, ой, точнее, свой магний и железо в мой контейнер с иридием, я тебя так нахуя, блин, ледотаж. А куда ты серу вообще кладешь? Скажи, пожалуйста, сера по-твоему... А сера это что, редкая? Сера по-твоему, что ли, фигня? Ну... Конечно, она изи. Ну ладно, переложись, куда хочешь. Сам перекладываю, слышишь, сам этими... Вот сам что-то говоришь про меня, а потом... Куда ты все это складываешь, а? Семена в семена, кабачки, кабачки, вот грибы вот сюда, вот это все. А вот сюда мы складываем. А, ну все получается, да. Так, ладно, нам надо еще, видимо, больше сундуков... Что ты тут стоишь? О, смотри, ну. смотри. Чё? Можно прямо на стол поставить, смотри, бам, блядь. Ну нормально, только вот чуть правнее поставим, ой, было бы нормально вообще, да. Так, а мы можем сегодня ракету какую-нибудь запустить? Потому что писали в комментах, что нужно запустить еще какую-то ракету, которая будет продолжать... Да я что сейчас на стол поставил, ракету? Да не это, продолжать озеленение наших планет. Так, смотри, для притяжения астероидов дают глобальный бонус генерации тепла. Слушай, неплохо, как будто надо запустить. Защита от магнитного поля дает глобальный бонус генерации давления защитного поля. Ну, короче, нам все ракеты... Запустить. Обеспечивает давай геолокацию на местности. Спутник, вот, картографическая. А, но для озеленения у нас еще нет. Короче, давай для протяжения астероидов, может, сегодня попробуем запустить ракету. Это нужен ракетный двигатель, 3 кобальта и 2 суперсплава. Уверен, что хочешь себе проблемы такие? Ты создашь климатические изменения необратимые, которые нормально ебанут нашу планету, и мы пососем. Все будет нормально. Блин, ну там уже реально, там океан целый зарастает. Ребят, вы просто гляньте, а. Блин, классно смотрится вообще. Слушайте, прикольно. Нихуя не так, классно. Ладно. Ты тупой, сейчас он будет. Я надеюсь... Подожди, там точно работает? Работает или нет? Я просто не вижу, чтобы эти крутились штуки. А нет, крутится нормально. Работает. Слушай, а ты уверен, что там у нас мы сможем икринки зародить? Да, я думаю, да. Я думаю, 100% да, однозначно, 100% да. Блин, тут реально уже по колено воды просто, реально, слышишь, а? Короче, ничего из этого не забираем, все это пусть остается как есть, нам это в целом ничего не нужно, да? Ну что, давай тогда будем возвращаться на базу, смотри, что нам надо с тобой делать? Нам так или иначе, что, чтобы... нужна будет сегодня? Нет, это мы 100% отправимся, да, но так или иначе, смотри, чтобы нам ускорить индекс сероформирования нашей планеты, да? Не надо нам ускорять, с тобой... ты тупой, что ли? Как не надо ускорять? Надо ускорять, еще как? У нас тут скоро апокалипсис, блядь. Нормально, нормально. Смотри, нам все равно нужно продолжать. Нам все равно нужно продолжать ставить всякие буровые установки, да, вот эти Т3. Нам нужно ставить нагреватель Т3, то есть нам нужно с тобой реально позаботиться обо всем вот это. Также, смотри, ну в первую очередь нам по-хорошему ядерный реактор еще один поставить, да, это урановый стержень, 3 суперсплава. Давай, наверное, сейчас этим вопросом и займемся, потому что у нас энергия там, по-моему... Ну-ка, сейчас, подожди, посмотрю, да, у нас потребляется 720 энергии, а есть всего 740, вот. Так что у нас совсем скоро энергия будет заканчиваться, что надо сделать еще. Также ракет надо сделать, короче, ребят, планы наполеоновские, все. Как обычно. Ну все, ребята, все готово для создания той самой ракеты, которую мы прямо сейчас запустим в космос. Так, значит, смотрите, для этого, для начала мы делаем ракетный двигатель, значит, иридиевый стержень. Олег, ты меня услышал? И два ура. Да что тебе надо от меня-то? Я не понимаю. Еще раз тряпку. Человек делами занимается-то, а? Расхуярь полбазы, понял? Ты бы без меня уже мертвым был какой-то вообще, а? Так, и мы здесь еще поставили штуку, которая добывает воду, потому что вы сейчас реально офигеете, я не знаю, работает так это или нет. Андрей отправился на вылазку за водой. Значит, он пошел искать лед. И что вы понимали, льда вообще нигде нет. Андрей его не может нигде найти. И тут возникает теория, что с тем, как планета теплее, да, становится теплее. Пропадает лед? Да, ну то есть такое вполне может быть. Поэтому поставили здесь вот эту штуку, как она называется, я забыл. Подожди, это у нас коллектор атмосферной воды. Во. И, собственно, благодаря этой штуке мы будем добывать воду. Но то, что льда нету, это грустно. Это реально грустно. Так, ну что, изготовляем по... Так, суперсплав, 3 кобальта, да. Ракета для притяжения астероидов. Коэффициент тепла 1000%. Вот это я понимаю. Либо, подожди, слышишь, либо, смотри, либо ракета защиты от магнитного поля. Что делаем, а? Дает, смотри, ракета с притяжением дает глобальный бонус генерации тепла, а ракета защиты от магнитного поля дает генерация давления, защищенного магнитного поля. Нам тепло надо, давай тепло. Ну, а что тепло, не давление надо? Да давай уже тепло нам. Ну ладно, тоже было верно. Тепло. Ну давай, нам на юга, мы хотим здесь юг. Вот она ракета мечты.
Так, стой. Ну не забирайся, слышишь, на нее, ну не надо. Я джетпаком забираюсь. Ну-ка, дай-ка. Я тоже хочу так забраться. Вот, я могу залез. Так? Я не могу, да. Кстати, почему-то забраться. Ну, наверх, наверх смотри, жди, тай наверх. Так, не, я так вот, смотри. Давай! Не, так прикинь, вот, смотри. Мне не дает подожди, подняться ну, наверх. А я как это делаю, смотри, ну-ка, я подлетаю. Ну, так если вот, F4, видишь? Наверное, нажимай, только, я наверное, F4 так. Я не нажимаю, вот, я не нажимаю F4. Ладно, давай, что, готов? Ну, Олег, ну, ты можешь один раз, вот я тебе без F4. Погода не та какая, слышишь, а что с погодой вообще? Что, понимали, это третий раз за день уже вот давай, такая жарища наступает. Ну, пренебреги одним, один раз правилом, запусти и залети на F4, ты увидишь такие просто виды. Да, уверен, прям на 100%, да? Только тебе надо... А, нет, стой, давай да я нажму, давай ты, потому что я уже летал, давай. Да нет, ну давай, не хочу, там я увижу слишком много, нет, не хочу. Нет, там вообще ничего не увидишь. Не хочу, реально, ну ладно, хотя, блядь. Ладно, давай, сейчас. Так, ну ладно, Андрю, хорошо, договорились. Так, на F4 поднимаемся. И на носик. И на носик, все, я на носу. Ну чё, давай, салага, запускай меня так, в космос и поехали. Мне главное, чтобы я тоже успел на нее. Ну попробуй, готов? Я не знаю, может, ну давай. Раз, два. О-о-о, давай быстрее! Забираем. Быстрее! Куда? Куда? Нет! А куда она лег полетела? What the fuck? Ты что наделал? Он хуярит! Астероидный дождь, Олег! А почему ракета туда полетела? Что за бред вообще? Астероиды летят урановые, слышь? Я хотел на нее залезть, но я не успел, она направилась. О, тут столько урана, посмотри! Олег, куда? Залезь сюда на площадь, смотри, сколько урана. Ху-ху-ху! Мы богаты! Вот это я понимаю. Подожди, ракета та испарилась, не испарилась. А прикинь вообще, у них физика полета есть. Может быть, стой, подожди. Может быть, из-за погодных условий? Может быть, из-за того, что у нас, видишь, какая-то вообще буря песчаная непонятная сейчас идет, началась, да? Может быть, реально из-за этого, не? Что думаешь? Я вообще по текстурке залез. Руки кривые у кого-то. Руки кривые у кого-то. Но тут столько урана, Андрей, нам до конца жизни хватит. Забирай все. Да метеорит, он падает и падает, я тебе про это и говорю. Все собрать надо, все прям собрать надо, мы давай. Мы дадим это за деньги. Так, естественно, конечно. Все забирай, пока падает, слышишь, все прям. Вот тут еще что-то горит зеленым, да? А вот забрать никак. Нет, таких мест сейчас будет очень много, я тебе говорю. Ну, смотри, мы... Ну, опять же, было сказано, что мы коэффициент давления, да, должны были поднять вообще, по идее. Тепла, он точнее. Он поднялся? Не знаю. Так, а ты весь уран забрал? Я просто пока вообще не весь. Ну, где видел? Ну вот надо еще найти, потому что, ну, 100% где-то упал еще где-то. А вот, тут просто пол скалы снесло, смотри. Фига себе, вот, я прям, вот, смотри, вот здесь вот, видишь, где уран? Да. Ема, тут просто вся скала вниз полетела. Так, что-то еще рядом по-любому должно было приземлиться, 100%. Я прям отвечаю. Вот, смотри, вот полетает, ты видишь где-нибудь лед, хоть один кусочек льда? Ну вот пока не видел, пока реально не видел. Я не вижу его вообще просто нигде. Ну вот, значит, да, кислород заканчивается. Ну вот да, вот с водой у нас проблемы, надо больше, значит, делать вот этих экстракторов. Отсосали мы, походу, Ну да, а ты зачем выбросил сапоги ловкости Т1? Или это я выкинул? Не знаю. Не, а я выкинул, зачем они нам там? А, просто, а что ты мусоришь на планете, я не понял, слышишь, фигешься вообще или что? Ну их разобрать нельзя никак, я выкинул. О, нашел. Еще? Хорош, упал, давай, да. Вот надо искать, потому что я видел как минимум 5 или 6 астероидов, которые падали вниз. Блядь, ну у меня карманы полные. Ну, полны астероидов, это ж хорошо. Это ж неплохо, это ж вообще полный отлично. Полны денег. Кайф. Так, вот тут у нас бутылочки уже готовы, можно водички попить. Ну все, отлично. Слушай, ну что, получается, база у нас вот здесь уже... О, подожди, дай-ка я зайду сейчас посмотрю. А зачем нам столько урана, я не понимаю? Фига себе, ну слушай, для уранового стержня, для создания всего остального, конечно, а ты что думал? Так, ну окей. Просто переведи весь этот уран, а солнце целый шкаф занимает. Единственное, что я не понял, вот смотри, а вот эти вот осколки у нас вообще, они пропадут или нет? Ну вот эти вот камни. Где? Че, идиот, что ли, я вообще? Я выкину. Вот эти камни, они пропадут вообще или нет? Не, ну как ракета полетела в бок? Это так смешно было вообще со стороны. Я думал, сейчас просто взрыв, мы умрем и все. Ну, вообще, по идее, так и должно было произойти, но, видимо, тут это все работает не так. Так, а ты говоришь, у нас весь сундук заполнен ураном, да, получается? Да, мне кажется, надо на стержне наделать.
Блин, нет, нам надо еще сундуки делать. Я да? просто не знаю, зачем тебе стержни, как ты там с ними развлекаешься. Слушай, для создания. Я говорю, для создания. Ну давай, ладно, я вот тут сундук сейчас создам. Я не знаю, куда ты пихаешь себе эти стержни, какие отверстия. А вот тут еще сундук можно поставить, да. Короче, давай сейчас сундуки сделаем. Что я предлагаю делать дальше? Смотри, нам 100% надо сделать экстрактор руды. У нас как раз есть осми, впервые за долгое время, которые мы можем использовать для создания этого предмета, да? И, возможно, придется создать как раз таки вот урановый стержень. Нужен понадобится, чтобы сделать ядерный реактор, потому что у нас скоро закончится энергия. Чего? Что нашел? Рассказывай, пока. Ну, чего там нашел? Не скажу, за 5000 рублей. Так, подожди, я еще хочу сделать взрывчатый порошок, чтобы создать себе тоже этот... Ну так, в смысле, ты же должен видеть этот маяк. Мы же маяк ставили для кого? Да, я давай, Олег, сейчас мы сделаем все, я тебе кое-что такое покажу. Давай, я еще просто... сделаю себе реактивный ранец. А, так у меня, слышь, у меня мало того, что реактивный ранец Т1, у меня не Т2 и не Т3. А ты себе уже Т3 сделал, понятное дело, ты быстрее будешь летать, блин, засранец, а? Так, тогда смотри, нужна сера, осми, алюминий. Я умнее, чем ты просто. А у нас много осми вообще осталось? Сколько у нас осми? Достаточно. А, ну 5 штук, нормально. Я как раз сейчас все это израсходую, получается, да, и нужно будет идти снова за осми. Давай я пока это сделаю так. Подожди, что нам нужно для вот блин, этого? Блин, ну а куда мне девать уран оставшийся? Идите в алюминий. Так, алюминий у нас есть. Так, мне нужно вот козел. Это взять. Да подожди, стой, у меня тут дело важное, погоди. Так, еще 3. Блин, что вообще вот для стержней так много всего нужно. Вот смотри, у нас буквально был иридий, сейчас иридия у нас с тобой уже не будет, потому что я делаю иридиевый стержень, и все. Ну не надо. Ну надо, надо, еще как. Так, далее. Да не может, подожди, у нас там полтора шкафа иридия. Алюминий и титан. Ну вот ты посмотри, я сейчас 9, все. У нас вот 4 иридия осталось. Вот тварь, а. Больше нету, да. Так, мне нужно, знаешь, что еще? Мне нужно алюминий и титан. Я уже на нашей базе старый плаваю, Олег. Тут такая глубина, что позволяет плавать. Реально плавать можно? Да. Так, иди сюда ко мне, поднимайся наверх, потому что прямо сейчас я буду создавать, соответственно, этот, экстрактор руды. Вот, единственное, что писали в комментах, что его лучше ставить там, где, ну, в местах, где, вот, смотря какую руду вы хотите добывать. Вот, ну, мы в целом можем поставить его, наверное, на первое время здесь. Да, ну так, чисто для эксперимента, посмотри, как он вообще работает, чтобы просто понимать, как, ну, какую руду он будет именно добывать. Так что давай, наверное, мы его поставим где-нибудь вот так вот. Ну все, смотри. Где поставил? Вот, прям за станцией запуска ракет. Вот, пожалуйста. Все, ребята, мы добыли. Мы теперь добываем руду таким образом. То есть, что смотри. Что добывать будет? Я не знаю. А, ну вот сейчас железо. Так, и все, там... и железо, реально. Нет, там написано в зависимости от того, где ты поставишь. Вот, почитай описание. Q. Вот. Извлекает руду из земли в зависимости от того, где размещен. Наверное, в этом биоме он достает. Ну, короче, так смотри. Вот тут, алло, тут титан повсюду вообще, как бы, не, надо нафига железо так? Ну, наверное, в желтый железо. Может быть, титан, знаешь, где? Вот там, где глыбы будут эти стоят у нас. Вот, может ну, быть, наверное, там, да. Там ну, наверное. Не, ну, это штуки полезные 100%. Ну, а их придется размещать. Да, их придется размещать постоянно дистанционно. Это факт по-другому никак и не скажешь, да. Тут я в целом согласен. Ну, железо нам нахуй нужно. Железо так, что еще? Что еще? А, ну, подожди, осми. Осми у меня осталось. 3 единицы осми, да? Для... Разве ты дурак, что ли? Чего? Ты говоришь, наделал стержни урановых, и теперь урана нет. У нас урана целый шкаф. Урана, иридия говорил, про иридия я тебе говорил. Блядь, идиот, зачем ты иридии трогаешь, тварь? Ну, надо было, так она делает стержни урановых. Так, подожди, мне надо реактивный ранец Т2, суперсплав сероалюминий. Суперсплав сероалюминий. Есть суперсплав у нас, видишь, а? Суперсплав, супер... Да, из карманов сыпется, блядь. Ну, а что, снова создавать, что ли, все? Да ё-моё! Короче, ребят, сейчас смотрите, я что предлагаю делать сейчас. Значит, мы с вами сейчас создаем все вот это, да. Ну, из таких предметов мы уже, по сути, все построили, да? Вот прям такое жизненно необходимое. То есть, еда у нас вот тут добывается, да, там ростки у нас растут. Так что вот единственное, нам на вылазку надо, наверное. Блин, на самом деле, нам знаешь, что еще с тобой нужно поставить? Коллектор атмосферной воды еще один по-хорошему, потому что чтобы воды больше еще добывалось. Да, потому надо, что маловато, надо, как будто у нас, да, его. Надо, надо. Блин, ну то, что льда, надо, конечно, надо, нет, надо, это да, вообще да, прикол, да, какой-то. Надо, надо, так, как и будто мне да, еще надо. Для взрывчатого порошка нужна сера и иридий. Сейчас все создам. Так, ребят, значит, смотрим внимательно. Мы делаем прямо сейчас реактивный ранец Т2. Пожалуйста, все, теперь я буду летать как Андрей практически. Сейчас надо осталось только Т3 сделать уровни, да? И что мне но еще нужно? Ты никогда не будешь как два я. Два взрывчатых порошка. Так, взрывчатые порошки делаются из серы. Серу я забрал. Так, а сера... Подожди, а что там еще нужно? А, вот иридий, все.
Ты вообще идиот или что? О, прикольное создание, слышишь, вот этих мешочков. Порошочек такой прям создается. Класс. Так, и теперь все, ребята, создаем реактивное ранение Т3. Пожалуйста. Все, единственная проблема сейчас заключается в том, то, что... Так, я случайно кварт взял. Да, единственная, слышишь, проблема заключается в том, то, что у нас больше нету осмия, да? Нам нужен осмий по-любому сейчас 100%. Пойдем, я кое-что покажу. Давай, сейчас я выложу все ресы. Вот сюда, за деньги. Вот за сюда. Деньги есть? У меня нет, у меня есть только иридия, Андрей, все, и то я переложил его в коробочку. Так, единственное, знаешь, что проблема? У меня заканчивается еда, у меня заканчивается вода. Нет, подожди, нам 100% надо сейчас еще поставить вот эту атмосферную штуку по-любому, потому что без нее вообще никуда. Так, еда здесь у нас растет, растет, еще не выросла, да, еще, да, 84%. Удобрять надо. Так, подожди, что там делается, погоди, вот это, надо суперсплав, алюминий, кобальт, железо, кремний. Короче, сейчас это сделаем. Так, ну что там хотел показать-то по итогу, покажи, давай, показывай. Куда я идти? Внести... В каком направлении? Внести свой вклад тоже, ну-ка. Вот, смотри. А ну-ка, давай. Оп. О-о-о, молодец, молодец. Теперь у нас три, у нас до плечи воды теперь X3 идет. Смотри, просто я тут разобрался, да, принес. Ну, в целом, это тоже логично, на самом деле. Так, в целом, тоже можно было сделать, да? Ты смотри, вода уже докуда дошла? Ты, она просто, я, знаешь, я как будто... Ёбаная тварь! Ее как будто из бутылки разлили, она растекается. Это вообще как понимать? Так, ладно, погнали, ближе к делу, показываю, что хотел показать. Так, а еду взять с собой, Олег, а где еда? Ну, еда, я... Так, чтобы я голодный остался? Ну, что тебе взять, кабачков? Или что, баклажанчиков? Что тебе взять, да? Ну, да, вы они еще, они еще не выросли, еще 89%. Пошли, ладно. Нормально, придешь и поешь, слышишь? Пойдем. Полетели за мной. Ты сейчас понимаешь, что набитый живот, куда ты пойдешь-то, а? Так, а куда ух, вот ты что, реально сюда. Быстрее летаю. Прям вообще. Я тебе говорю. Подожди. Я уже привык к этому, для меня это обычная скорость. Так, и еще там нашел. Ну, смотри. Давай. Ну, так. Я не знаю, как мы сюда вообще не залетели ни разу, смотри. Ну, ну. Мы залетали. Вот здесь я... Это я видел, это я видел, это я пока... А что, тут тоже астероиды упали, что ли? Да, вот, и полетели сюда. А, ты пещеру прям нашел какую-то? Не пещеру, там немножко другое. Так, летим. Подожди, я вообще... За тобой просто дым остается, я вообще ничего не... Ема! И мы можем туда залезть с помощью джетпака, смотри. Ема! Слышишь, так это вообще имба получается, да? Ну, так, мы реально... так, ну давай смотреть. Ой, а что? А, это нормально. Уран, спасибо за уран. Так, ну 7 лир мы, наверное, ну ладно, возьмем. Грибы тоже возьмем, ткань о, возьмем. О, чип нашел, чип забираю, ломаю. Чип забираю, нас. Не ломай, слышишь, это важно. Так, суперсплав возьмем, уран возьмем. Ладно, это пока, то, это пока тоже возьмем, все. Давай для начала мы тут все проверим. Ой, хорошо, 2 суперсплава, вот это приятно. Алюминий тоже возьмем. Я забрал все, Олег. Молодец, внимание, обезвоживание. Ну, сейчас водички попью, нормально будет, что не переживай. Так, что еще тут интересного у нас есть? А вот тут, смотри. Микрочип забрал, молодец. Так, а вот здесь ты проходил уже, нет? Нет, еще я... Видохранитель, оптимизация кислорода! Забираем, иридиевый стержень забираем, космопоёк. Ну, можно поесть просто, если хочешь, можешь поесть. Уран, давай уран, наверное, не будем брать, у нас его дофига, реально. У нас его прям очень много, уж алюминий забрать. Так, здесь давай это сломаем, тоже пройдем вперед, посмотрим, что там у нас впереди. Не на фасоли, фасоли. Разбираем обломки, и здесь у нас... Посолька. А, ну здесь просто проход в никуда, да, я правильно понимаю? И вон там да. Тоже что-то... Короче, погнали за мной, потому что я увидел еще один проход. Слышишь, погнали, Вась, погнали. Где? Все, пошли за мной, смотри сюда, идем за мной сюда, идем. Теперь паркур начинает, смотри, как я понимаю, да? Ого! О! Суперсплав, слышишь, смотри, валяется! А вот он не валяется, кстати, он растет здесь. Кстати, да, нет, поднимайся наверх. Кстати, писали про это в комментах, что вот есть какая-то пещера, и мне кажется, что вот как раз таки про эту пещеру-то и писали, ну, что именно здесь и растет суперсплав, походу. Так, ну вообще можно как-то подняться наверх, еще суперсплав! У меня инвентарь да, полон. Там еще есть, у меня даже уже полон. Да, я короче, наверное, знаешь что? А вот я кислородный этот, но я потом буду уран просто выбрасывать. Тут, мост, тут мосты лежат через эти. Да, тут мосты, ну это обломки просто какие-то, видимо, тут что-то произошло, я не знаю. Космопоёк тоже да, садим. Да, серьезно? Суперсплав. Слушай, ну суперсплав. Какие глубокие аналитические суперсплав способности. Прям забираем ну, однозначно. Что-то прям... тут конкретно случилось, да. Что-то обязательно. Так, вот железо я выкину еще. Железо у нас и так есть, поэтому уж и суперсплав. Короче, чтобы вниз не упасть, башку вверх поднимай, лети. Ну да, так, давай погнали дальше. Вот, как раз рассвет наступает. Да сколько здесь суперсплава вообще, а? Так это его место зарождения-то, если не понял. Просто мать, кайф. Просто идеально вообще. Слушай, для нас это вообще имба. Блин, подожди, так. Наверху тоже мост. Неужели туда тоже можно поднять? Да, 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 наверх тоже. Я тебе говорю, тут конкретно лютый паркур начинается. Вот про это... Так, как подожди. Туда наверх залезть? Ну вот надо как-то найти. Пошли за мной. Слышишь, пошли за мной. Мне кажется, я знаю. Смотри. Где-то надо просто... Где-то должен быть просто какой-то подъем, и все. Еще суперсплав. Да ё-моё. Ладно, если что, потом вернемся просто сюда. Мы знаем... О, сундук нашел. Подожди.
че он так по... даже голову наверх, все. О, я сундук нашел. Микросхема! Я тоже микросхем. Давай разделимся, короче, пока. Я взял, да, я взял микросхему, кубы. Я тут еще нашел что-то. Я рядом с тобой. А, пошла вон. Так, давай смотри, надо подняться наверх. Отдай микросхем, вор. Я взял себе, слышишь, а какой сысый вор-то? Либо ты мне его отдашь, либо я ломаю два. Так, я вниз спустился. Мне кажется, слушай, внизу так много ресов валяется вот здесь, вот в этих пещерах. Это вообще забей. Мне кажется, наверх надо подниматься как-то по-особенному, скорее всего. Где-то должен быть прям какой-то проход наверх. Еще сундук. Здесь прям лабиринт, слышишь? Ну, суперсплав. Блин, ну я потом за этим вернусь сюда обязательно, потому что место уже, никогда к сожалению... Никогда не вернется. Вернуть еще как? Ты че, блин, а? Олег, смотри, нажимаешь просто много раз F4 и поднимаешь. А, вот, я нашел, смотри, возвращайся обратно туда, где мы нашли вот эту базу, получается, да, где мы копались внутри нее. Вот нам так, оттуда и что, заходить там? Надо. Здесь детский. Вот я к ней подлетел. Смотри, видишь, тут построено все так, что обломки наверху, и просто до них можно каким-то образом добраться. И мне кажется, где-то этот проход должен быть. Ну, по идее, опять же. И не знаю, может, у нас потом сапоги какие-то будут, это, которые нам будут позволять выше прыгать. Знаешь, это как горный козел, так, знаешь, залезать. Ну да, ну тут Гранд Каньон уже какой-то начинается, если честно. Ну, мы в целом, смотри, что можем сделать. Это торговый центр. Мы можем подняться вот так вот, смотри, мы можем вот так наверх подняться, смотри, вот так вот, да. И вот отсюда мы можем попробовать долететь. А так наверху. Там ничего нету, слышишь, как будто. Я не знаю. Я сейчас знаешь, попробую. Пока не будем туда лезть. Ну, я сейчас попробую, конечно, подняться. А вон, видишь, он сразу спускается вот так. А если прижаться? А если прижаться к стеночке, то он... О, я золотой сундук нашел. Реально? Где? У меня здесь. А где у тебя здесь? Я за кораблем разбитым. Ой, бля, я не знаю, как сюда попал. За кораблем разбитым, это примерно территориально, где вообще? Я, погоди, я хочу просто, чтобы место... Блин, почему нельзя пометить место? Такой бред. Вот, смотри, короче, подлети к кораблю. Какому? Вот этому нашему? Разбитому, где мы копались. Давай, сейчас. А, вот реально вижу, Андрюха, голова, молодец. Так, ну тут, ну урановый стержень, танчик. Нормально. Золотое семя, вот его тоже можно забрать. Ну, давай, знаешь, как сейчас сделаем? Мы сделаем вот так вот, Все, отлично, можешь забрать там все остальное. Танчик. Так, что получается? Ну, погнали, будем возвращаться, наверное, в сторону дома. В целом, неплохо то, что мы нашли этот участок, так сказать, да. Теперь мы знаем, где появляется суперсплав. Это очень упрощает систему добычи. Еще одну микросхему нашел. Ну, ты представляешь себе вообще, а? Лично. Сколько у тебя и того? У меня две, и у тебя две, по идее, да? Да, ну я сломаю свой выкинь. Ну не надо, слышишь, надо изучить. Еще сундук нашел, подожди, вот этот сундук я не помню. Еще одна микросхема, Андрюха, вот ты прикинь вообще, а? Вот значит, это... точно ломаю эти микросхемы. Не надо ломать, сейчас это мы с тобой быстренько изучим, быстренько добудем, вообще кайф, и отлично будет все у нас. Слышь, Андрюх, знаешь, что будет самое забавное? Если вот мы построили с тобой такую базу, и она просто потом тоже под воду уйдет, вот это будет самое смешное, реально, а? Ты будешь в этом виноват. Так, показать интерфейс, изучаем чертежи, бэнс. Интерфейс. Переборка. Это стенка. Вот, как раз я про это и говорил. То, что стенки нужны нам, и все. Перегородка-то теперь есть. Отлично. О, микрочип, фильтр, меню строительства. Для чего это надо? Я не понимаю. Так, я свои чипы, Олег, я выкинул. Микрочип, разборка Т2. Зачем разборка Т2, слышь? А разборка Т2, это уже... О, она много чего разблокировала. Это уже полезно, да. Я помню, мы были в кораблях, где нужна была разборка. Вот я предлагаю, подожди, сейчас давай посмотрим, из чего она делается. Подожди, разборка Т2. А, это на верстаке делается. Подожди. Так, разборка Т2 у нас, разборка Т2. Мне за одну чип сделали, я сломаю эти два чипа. А, ну слышь, ну тут проблемка. Это нужен, знаешь, что для создания? Нужен циолит, он у нас один, да. И есть еще метановый, вот нужен еще метановый картридж. Метановый картридж, из чего у нас делается? Скажи, пожалуйста, метановый. Из метана. У нас даже еще нету этого вообще. Нам негде его создавать, просто банально. Тогда я ломаю нахуй. Метановый картридж, ты прикинь вообще, а? Блин, ну вот это грустно на самом деле. Я думал, мы сейчас уже сможем пойти. Ну нет. Ну а кстати, разблокируй чертежи. Вдруг метановый вот этот разблокируется, мы сможем с тобой как раз таки пойти сейчас туда. Не знаю, как-то не хочется. Еще не знаю, это. Так, уран я выкладываю сюда. Так, а мне надо вывозить семена фасольки. Так, это давай. Ох, как много у нас суперсплава! У нас никогда не было так много суперсплава. Просто никогда. Так, это мы все выложили. Так это я положу, потому что принял. Так, отсортировать, как ты говорил, там сортировка. А, вот так вот. Все, да, отлично. Так, и уран. Редкие. Я не знаю, нам вообще ткань нужна на будущее. Ну, ткань там для кровать. Давай я выложу это. Лучше добуду. Вот добавлю это сюда. Ткань мы просто переложим в какой-нибудь другой. Вот у нас тут два сундука. Она, в принципе, она тоже добывается нелегко, но типа. Ну да,
я все ткань сюда выложу. Вот здесь еще предохранитель. Знаешь, за каким объектом точно нужно будет вернуться сейчас? Я чуть не забыл про него. Хорошо, что вспомнил. Помнишь, мы с тобой нашли древнюю, следы древней цивилизации, как-никак в прошлом ролике, да? И помнишь, у нас была табличка. Да тут уже все под водой! В смысле, какой след? Ты про презерватив использованный, который ты вообще идиот, что ли? Смотри, я положил вот сюда. А какой был здесь, я не помню. А, вот еще вот здесь у нас ресурс, смотри. Открой! О, ебать, забирай, ты что, забираем, конечно, забираем, да. Вот, пожалуйста, забыли, прикинь, про этот ящик. Чуть не забыли про него. Че, ебанутый, там самое важное, я все туда положил, я и забыл. Я только помню, что я предохранитель вот этот, ключ от стражи вот это вот поставил, и все. Ну тут воды, Андрюха, просто жесть. Я все вспомнил, да, ключ от стража, я про гондон, почему вспомнил. Ну ты вообще идиот, ну реально, а? А у нас реально как раз закончился осми. Ну вот, смотри, у нас, мы помнишь, мы с тобой нашли координаты как раз-таки следующей локации. Но я предлагаю туда же отправиться в следующей серии, потому что сегодня мы уже и так много всего сделали. Так, осми. А у нас и мест, блин, а нам еще нужны сундуки, реально, а? Ох ты ж! Ты что сделал? Энергии нет. Ты что поставил? А мне кажется, вода заглушила все. Вода все, нет, подожди, ты что-то обычно, подожди, после того, как... Да, подожди. У нас все станции стоят, больше ничего не крутит, не так вырабатывается. Так это понятное энергии. Дело, подожди, ты что-то сейчас ставил или не ставил? Дебил, что ли, я положил просто... Я просто положил вещи... Знаешь, почему, походу? Что вода затопила эти, все. Реально так, походу, да. Прикинь. Идиотина, блядь, все, мы остались без света. Но нет, но нет, только не это! На самом деле это не так плохо, можно просто все разобрать. Блин, ну это сейчас долго будет, я тебе скажу так. Разбирать... Ну определись, куда хочешь ставить. Разбирать все вот это, конечно... Так, ладно, разобрать бур Т3 разбираем. Это разбираем. Блин, ну реально, слышишь, это фигово настолько... О! Нет, заработало, смотри. Крутится все равно. Ну вот, крутится? Смотри, да, вот, крутится, в воде крутится. Мне кажется, до поры до времени не можешь на под водой работать. Я вот только одного не понял, реально, по каким причинам сейчас у нас отключилось электричество. Потому что мы не ставили никаких предметов. Вот это что самое странное, да? А если мы не ставили никаких предметов, вот у нас, пожалуйста... О, стой, подожди. 4, 9... Да, слышь, не, все. Ты сейчас что-то ставил, не? Вот сейчас поставил еще один бур. А, ну так, куда ты его поставил-то сюда-то, а? Отпирай его давай. Разбираю. Куда ты можешь поставить, идиот? Ну смотри, у нас, во-первых, энергии недостаточно. Ох, блин, ну из-за тебя все, а? Не то сделал. Короче, давай сейчас разберемся просто, что мы делаем. Че? Ой, нет! Опять! Ну ё-мо, а с иридием или не с иридием, или с чем, или с ураном? Нет. С обычными ресами, да? Да. Ну ладно, что поделать. Как обычно эти, блин, астероиды падают. Ну ничего страшного, ничего страшного. Слышь, будет забавно, если один из них попадет вот сюда, вот в эту, просто понял, в капсулу вот эту. Типа она как будто ворота целые настоящие такие, а? Так, ну ладно, окей, хорошо. Давай так, тогда смотри, сейчас знаешь, что с тобой сделаем? Просто смотри, как будто бы вода никак не мешает на ладно, самом деле. Олег. Я просто не знаю, типа, что делать, типа, у меня эти два чипа, я не знаю, разломать. Давай, быстрее, ну вот, вот здесь. Куда? Вот, замочек, вот здесь, давай, посмотрим, что разблокируется. Сигнальный фонарь, ну, нормально, наверное, да, не знаю, для чего нужно. И второй чертеж, о, спутник Т4. О, спутник Т4, это последний. Да, это отлично, это прекрасно, но мы, мне кажется, еще даже создать такое не можем, да? Что мне интересно нужно для его создания? А, смотри. Печатная плата нужна на две штуки. Ракета-двигатель, микрочип компаса и стержень суперсплава. Прикинь вообще, а? Представляешь? Охуенно, охуенно. Интересно вообще, это реально работает так, а? Ну ладно, что поделать. Да там, иди сюда! Иди сюда! Иди сюда. Да что ты хочешь от меня, посмотри, тело? Вот ты посмотри вот в эту сторону и посмотри налево. Ты просто посмотри туда. Целое озеро уже. Там огромное озеро уже, это жесть. Это просто реально, нас реально конкретно затопило там. Короче, ребят, напишите, пожалуйста, в комментах, влияет ли вода на все то, что находится здесь. То есть, условно, нам нужно перетаскивать это наверх, и если это затопит, будет ли это работать, или это не работает, или это не будет работать из-за того, что это... Или из-за того, что это затоплено водой. Вот это самое главное, что нужно понять, поэтому напишите, пожалуйста, про это так, Олег, в комментариях. Посмотри, половина не работает тут реально, вон, нет питания. Так это потому, что у нас электричества, наверное, нету, хотя, может, реально нет питания. Ты же, походу, реально из-за воды. Короче, не знаю, непонятно, вот реально непонятно, напишите просто, пожалуйста, в комментариях. Ну что ж, друзья, на этом моменте я предлагаю заканчивать нашу сегодняшнюю серию на выживание на этой мертвой планете. Кстати, это был 7-й день выживания, и мы продержались уже целую неделю. Вам, ребята, огромное спасибо за просмотр этого ролика. Пишите в комментариях, давайте подсказки, только без спойлеров, пожалуйста, да. На этом сегодня все. Огромное спасибо за все. С вами был, как всегда, Лежаков, Андрюшенька, Индифай. Не забудьте ставить лайки и подписываться на канал. Всем до скорой встречи, всем пока-пока. Всем пока-пока.